Большой оригинал наш Евгений. Женился на актрисе. Но, тетушка, у нее талант. Посмотрите фильм, и все поругано. Вы утонете в слезах, я уверена. Точно, утонем. Все! Ну, а после разделов мы получили железнодорожный парк. Австро-венгерские паровозы серии 93 и 97. Пола. Пола. А? Я навожу скуку. А, нет-нет, это очень интересно. Они пригодятся нам для грузовых перевозок. О. У них там, кажется, что-то шире, да? Да! Да, у них колея шире. И это серьезная проблема. Она носит цыганский шаль и длинные серьги. Такие высокие сапоги. Это называется русский стиль. Я все разглядела и закажу себе точно такие же. Тетушка, удар хватит. Госпожа Гасинин, вы позволите дать вам исключительный рецепт консоме со спаржей? Благодарю вас, но боюсь, у меня не получится. Дорогая, но это не для вас. Для кухарки. Госпожа графиня, прибыл господин Эрнст Любич.